ребятушки мои, вымороженный тыквенный брегет готов. Наконец-то мы его попробуем. Блин. Каждый стиль бы хорош был, но тут три сразу в одном. Да, да. Это овощное пиво Pumpkinale, медовое пиво Брегет и вымороженное пиво Айс. Знаю, как ты любишь мед, сколько что туда его вбухал. Да хрена. Много. Да. Да, короче, ну я уже не могу. Открываю. Жги. Вот это! Да, запах уже ракета. Мощный пошел. Я такую карбонизацию не сильно делал, потому что... Чтоб не накрыло нахер! Да. 13 градусов здесь отдавал на... На экспертизу сказали, порвет. На экспертизу, да. Запах просто... Так вот, пирог вытащили с печки, там такое, и карамель, и тыковка. Концентрат, мощный концентрат. Такой специй, тыквы, мед, мега. Ну, специи легенькие такие, не сильно. Ну, все вместе, все, ничто не выпирает. Очень мощно, чувствуется, что... Нелегкое пиво такое, знаешь? Конечно. Я даже держу, что оно нелегкое. Рука дрожит, хочется выпить, да? Пьем? Ох! Его нельзя так глотком. Мощным. Надо полегче как-то. Потихонечку, вообще потихонечку надо пить. Плотняк-плотняк. Плотная, насыщенная. Такой, аж на языке, аж такой, как... Сладко такое, даже не сладкое, а какая-то, ну... Как будто вы рафинад вот рассмакчиваем, да? Так вот, медленно-медленно. Ты тыкву, когда запекаешь, она уже подсыхает. Подсыхает, и ты ее такой берешь, она, знаешь, сиропом тянется такая, прям карамель такая, и вот ты ее берешь, и вот эта вот насыщенная сладость. Где-то примерно так. Много всего. Мы сейчас еще что-то, мы еще раз скажем. Сейчас мы разберем еще. Очень мощный вкус. Ну, то, что оно алкогольное, даже не надо говорить. Ты прям чувствуешь это. Так, не, ну, алкоголем как бы это, но да, ты чувствуешь, резко, штука коварная. Резко нету, да, но когда делаешь глоток, она разгревается во рту, и проглатываешь, и прямо идет испарение алкогольное с ароматами. Если вот так на языке, если вот так вот покатать, в общем... Горчинка такая в меру, чуть-чуть, вот прям вот как, когда карамель чуть-чуть пережарена, чуть-чуть... Такая уже не светло-коричневая, а темно-коричневая, и вот она чуть-чуть горчит. Вот где-то так. Ну, очень вкусно, конечно. Так, класс. Сидеть и разбирать прям класс. На весь вечер. Да, этот бокал можно растянуть просто на вечер. Это будет... Ну, это даже как-то обидно, если вот так вот сразу пить и быстро. Это даже как-то обидно. Бешеное удовольствие на весь вечер. Вот ну, это да. Бутылочки хватит, ну, оно ж не для того вообще и сделано такое, чтобы нажираться, а чисто... Именно удивить да. Себя, всех. Ну, это очень интересно. Ну, давай, бомби, как ты вообще делал? А, делал-то его. А то ж я как всегда ж этот... Интересно, да. Да, я же
сделал обычное вот тыквенное пиво, как мы горбузятка. Рецепт есть. Где ты это слышал? Рецепт есть, видео есть, как его правильно сделать. Вот, думаю, ну а что, горбузятка-то уже сделана, рецепт есть, давайте сделаем что-нибудь эдакое. Притарабанил 3-литровую банку меда. Скипятим мед. Вот так. Будем добавлять горбузятка. 3 литра, это 4,5 килограмма получается. Вот сюда. Горбузятка. 16,2 начальная плотность была. Мы сейчас добавим, померяем, сколько у нас получилось. Нормально. Да, там 4,5 килограмма получается меда. В 3-литровой банке по массе получается, ну, 4,5 килограмма. Угу. А какого меда? Разнотравье, цветочный мед. Угу. Вот. И весь этот мед на 25 литров пива зафигачил. Да, 16,5 начальная плотность была самого горбузятка. Добавил туда 4,5 килограмма меда, разбавив немножко водой, потому что надо было прокипятить. И в итоге у нас получилось брегат такой с начальной плотностью 23,5%. Да. Да. Это весело. Да. Сбраживал бельгийским штаммом М31. И вот я думаю, бельгийский штамм как раз дополнил. Ты в нирване, да? Начинаю потихоньку еще теплее. А да, и в голове уже так хорошо тепло становится. Бельгийский штамм, кстати, добавил очень хорошо тут цветочки. Ну, цветочки, да, бельгийцы, они ж в этом плане, да. И он толерантный к алкоголю. Угу. Они сбродили. Ну, так как много все-таки декстринов было в этом пиве, оно сбродило до 5%. До 5% сбродило. А потом я думаю, а что не усложнить опять? Итак, прошло 3 месяца с начала брожения нашего тыквенного брагота. Выбродило с 23,5% до 5%. Нормально уже получилось. Но теперь я не просто закарбонизирую. Стравили давление. Если вы понимаете, о чем я. Вот. И мы сделаем теперь ход конем. Мы это дело сейчас все сольем в кегу и поставим в морозилку. И в морозилке оно у нас еще вымерзнет. И получится у нас тыквенный айс брегат. Вообще получится такое насыщенное медово-тыквенное пойло. Не знаю. Ну что я даже не знаю, что получится. Вот и посмотрим. Почему бы и нет? Давай-ка сделаем выморозку. Перелил полностью в кегу пластиковую. Поставил в морозилку. Где-то 25 литров у нас получилось чистого тыквенного брегота. Вот так. Крышечку я фитинг сильно закручивать не буду, чтобы оно играло. И поставим
в нашу морозилочку. Вот и все. Получилось у нас здесь 10, где-то 10-12 градусов мороза. Вот оно постоит пару-тройку дней. Вся вода смерзнется, а алкоголь и все остатки сахаристых веществ, все останутся. Мы это аккуратно сольем, и получится у нас концентрированный тыквенный брегет. Такого еще не было, по-моему. Ну, может, и было. Но, во всяком случае, у меня такого не было. Оно у меня за сутки замерзло в кашу. Просто там каша такая получилась ледяная. Куда лед делал? Да. А лед, кстати, я оставил на всякий случай. Он растаял. Я его задул углекислым газом, закарбонизировал. И потом мы еще попробуем... Уже с кем я общаюсь. Эти выжимки попробуем. Может, ароматика-то в любом случае сохранилась. Может, летний какой-то ароматничок такой получится. Безалкогольный. Боже. Ну, а что нет? Ну, вылить-то всегда успеем. Министром экологии не хочешь быть? Вылить всегда успеем. Поэтому... А потом, конечно... Мудохались, блин, как его сливать, оно плохо льется. Мне больше интересно, как вы собирали это все. Ну вот я же говорю, сливали, оно каша это падает, плохо льется. Вот это все остальное лед уже. Он нам не нужен. Ну что, ребятки, получилось у нас чуть-чуть больше 10 литров из 25. Получается нормальная такая выморозка. Здесь уже лед сплошной. Ну, пускай он растает. Потом тоже закарбонизируем. Что-то такое легкое получится. А вот эту вот выморозку сейчас зальем в 20-литровую кегу и задуем углекислотой. Все, вот это наш концентрат получится. Все, ровно 10 литров. Загазировал я его, задавил давлением. И теперь в холодильник, пускай пару дней постоит, потом разольем и посмотрим. Ситом, что ли? Поставили сито, да, в сито лед. Отгребали, выкидывали. Ну хоть не чулком, как раньше, да? Ну, я чулком как бы не пользовался. Нет, ты когда штровали, помнишь? Старые добрые времена. Разогревается еще больше. А вообще, при какой температуре лучше все такое употреблять? Ну, я думаю, градусов 12-15. Оно раскрывается по максимуму, и ты просто вот этот букет весь разбираешь по косточкам и... Короче, греть его ручками еще надо. Обалдеваешь, да. Нет, ну сейчас, я думаю, тут градусов 10-12 в нем есть. Сейчас очень хорошо, очень хорошо. Да, да. Вот такой вот шикарный эксперимент. Я думаю, ну, там 3 месяца получилось, он выбраживал, сейчас настоялся еще, то есть, ну, говорю, бочки бы его. Да, вот постоять. Что я хотел, ему в бочке, какой-нибудь. Ему бы просто цель. Армоньяк какой-нибудь. Да, вот думаю, с коньяком бы сочеталось, под коньяка. А я ж тебе о чем? Бочечку, да, а с под армоньяка, наверное, вообще бы просто убийство было.
Да. Но так как мы нищеброды, пока что у нас нету бочки из-под арманьяка. Если у кого-то есть вдруг, если что, знаете куда. Делайте и заливайте в бочку из-под коньяка или из-под арманьяка. И это будет просто шедевр. Я думаю, месяца... Он и так шедевр, но это будет... Месяца три еще выстоять в бочке, это будет просто отрыв башки такая. Башка. Бам. Нахер. Блять! Как-то так. Я так хорошо уже, я тебе скажу. Да, полбокала и прям весело. А ты мне бутылку целую хотел. 0,33. Вот это что-то со мной было. Ребятки, у нас шикарная, просто шикарная новость. Мы открываем новый магазин в Харькове. Поэтому дарим всем огромное количество подарков. Вот такие вот бокальчики, кружечки, декели, всякие вот брелки для машин, для ключей. Машин не дарим. Вот такую футболочку классную, вот такие вот футболочки можем, да, можете выиграть. Огромное количество пива в подарок, то есть абсолютно беспроигрышная лотерея у нас будет. Главное, появитесь. Да. И будет интересно. Мы открываемся 29 сентября, января. В сентябре открываемся тоже. Уже хорошее пиво. Очень хорошее. 29 декабря. Локация будет здесь или здесь, или... Где-то здесь. Короче, где-то здесь я прилеплю локацию, описание, адрес будет под видео. Поэтому, да, стоять, это все людям. Дарим подарки. 29, 30, 31. Три дня акция в честь открытия магазина и в честь Нового года. Поэтому всех ждем, всех любим. Вообще супер. Супер. Ну так а самое основное-то? Чирс. А, и самое основное, да. То есть при покупке литра пива любого можно выиграть любой из этих подарков. Или пиво плюс пиво. В любом случае подарок. Да, в любом случае подарок. Но кто купит от 5 литров, получит просто шикарный, вымороженный, тыквенный брегат Ice Jack. Поэтому можно нагрестись нормально. Всех ждем. Всех ждем. С Новым годом. С наступающим.